6 сентября 2023 год. Доброе утро. Афоризм дня на сегодня такой. Оптимизм – это когда люди вас едва выносят, а вы радуетесь, что не вперед ногами. Написал я 20 декабря 2010 года, по-моему, так. Декабрь 2010 года. Оптимизм – это когда люди вас едва выносят, а вы радуетесь, что не вперед ногами. Я очень оптимистичный человек, что видно по моему лицу наверняка, да? Оптимист от пессимиста отличается тем, что оптимист в гробу улыбается. Тоже хороший мой афоризм.